Друзья, всем привет! Записываем для вас короткую видеоинструкцию с информацией о том, как войти в новый личный кабинет. Если вы следите за проектом двигателя Дуйнова, вы должны были заметить, что в начале 2022 года команда Solar Group полностью обновила личный кабинет инвестора, с чем я вас и поздравляю. Мы полностью обновили дизайн нашего личного кабинета, добавили некоторый функционал, чтобы вам было удобнее с ним работать. Конечно, мы поработали над быстродействием нашей IT-платформы, теперь она работает гораздо быстрее и абсолютно с любого устройства. Ну и, конечно, мы поработали над системой безопасности личного кабинета. Именно из-за того, что мы обновили систему безопасности личного кабинета, при первом входе в личный кабинет вам необходимо обновить ваш пароль, с которым вы раньше заходили в личный кабинет. Сейчас я вам покажу, как это легко и быстро можно сделать. Сначала, как обычно, мы вводим email, с которым вы зарегистрированы в личном кабинете, и пароль от вашего личного кабинета. Затем мы нажимаем кнопку «Войти». И именно здесь мы видим уведомление о том, что вам необходимо сменить ваш пароль. Хочу обратить внимание, что это нужно будет сделать только один раз при первом входе в новый личный кабинет. После этого вы сможете входить в новый личный кабинет с вашим паролем без каких-либо проблем. Увидев данное уведомление, вам нужно нажать кнопку «Восстановить пароль». И сразу после этого вы увидите форму восстановления пароля. Здесь уже автоматически введен тот email, с которым мы пытались зайти в личный кабинет. И на данном этапе нам лишь нужно нажать кнопку «Восстановить». Здесь мы видим уведомление о том, что письмо о смене пароля отправлено на наш email, с которым мы зарегистрированы в личном кабинете. Письмо с дальнейшими инструкциями придет на ваш email в течение 50 минут. Если это не произошло в указанные сроки, не переживайте, письмо обязательно до вас дойдет, после чего вы сможете продолжить процедуру смены пароля. Что мы делаем дальше? Дальше мы переходим в ваш почтовый ящик и ждем письмо с дальнейшими инструкциями. Я перешел в свой почтовый ящик и уже вижу письмо от Solar Group с восстановлением пароля. Как вы видите, мне пришла ссылка. По этой ссылке мне нужно перейти, после чего я вижу, что мне нужно ввести новый пароль, который я бы хотел использовать при входе в личный кабинет. Сейчас я это и сделаю. Введя новый пароль, я нажимаю кнопку «Восстановить». Сразу после этого вы попадете в личный кабинет, и в дальнейшем при повторном входе в личный кабинет вы уже можете беспрепятственно использовать ваш email и новый пароль для доступа к личному кабинету. Хочу обратить внимание, что на данный момент весь функционал личного кабинета работает исправно. Вы можете без каких-либо проблем пополнять личный кабинет, оформлять новые инвестиционные пакеты, либо оплачивать свою рассрочку. Еще раз вас поздравляю с этим событием. Новый личный кабинет стал гораздо современнее, и это, несомненно, выводит наш проект на новый уровень. Всем спасибо и желаю вам удачных инвестиций вместе с Solar Group.